мимо, да, дорога? Да, нормально. Вроде едем. Что тут течет? В общем, ребята, смотрим. Часть пути мы проехали. Да. Вот здесь такие вот скалы сыпучие. Дорога пока вся щебеночки. Здорово. Вот мчатся на экскурсию ребята, которые скинулись, наверное, как минимум по 1000 рублей. Да. Как тут еще? Поехали. Вот дорожка поднимается выше, выше и выше. Ну сейчас уже она снижается. Нет, Аня, нам нужно вот туда далеко. Пока едем своим ходом. Я не знаю, доедем ли мы до самых грозовых ворот. Но виды, которые открываются уже, впечатляют. Мне кажется, камера не передает все это. Это невероятно. А их все везут, везут и трясут. Как сказал наш папа, сколько успеваем мух ловить на лету. Поскольку едем мы самостоятельно, едем первый раз, попали вот на такую развилочку, ну, решили, собственно, поехать немного правее, да, потому что джип туда уже промчался. Это мы вышли из машины, чтобы показать вам в случае того, если вы тоже решите поехать сами и заблудитесь. Да. Смотровая площадка. И вы увидите, какие невероятные красивые горы. У меня просто не хватает слов. Это вот буду писать в блоге. Тогда напишу, когда все эмоции уляжутся по полочкам. Разнотравье, какие запахи. Тут это просто невозможно передать. И вот снова налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь. В общем, решили мы поехать немного левее. Подумали, что логичнее. Дорога ведет вверх. Машины куда-то где-то гудят. Мне кажется, левее. Мы не туда, наверное, свернули. Да? Сейчас мы вернемся к ним. Классно. Мы поехали. А вот тут дорожка была экстремальная, еле спустились. В общем, друзья, поехали мы правильно. Ребята на джипах нам подсказали. Спасибо им. Спасибо им большое. Едем, теперь едем дальше. А вот звезда. Собственно, памятник. Указатель для нас. Гвардейцам.
И вот мы доехали до Стеллы. Вот здесь на горе Шахан 9 августа 1919 года. Объединенным отрядом красных партизан 3-й Лысогорской и 2-й Геленджикской группами разгромлен карательный отряд белогвардейцев. Все, и вид. Вид каждый раз открывается все глубже, насыщеннее. Ну что ж, а мы отправляемся дальше, вон за теми ребятами, и уже совсем немного мы поднимемся до грозовых ворот. А дорожка-то какая, тут узенькая. Экстрим. Сыкотно как-то. Ну, папа, ты можешь, я в тебя верю. А вот здесь мы уже решили оставить машину и пройтись пешком, потому что дальше очень крутой спуск и подъем. Но идти тут совсем немножечко. Виды. Сверчки. Ну вот этот конвейер туристов. Ну что, идем дальше, идем прямо. Подходим. Ага, ну тут, конечно, коммерция, не без этого. Картиночки всякие. Здрасте. У нас светящиеся магнитики есть. Они будут светиться даже 4-5 часов утра. Я могу даже показать. Ну пусть светится. С грозовыми воротами только у нас такие магнитики. Нигде больше не найдется. Хорошо, будем иметь в виду. Браслетики, часики, зажигалочки. Все у нас есть. А браслетики клевые. Да мы местные, мы у вас уже были. Дорогие. Клево-клево. О, Анька за гранату. О, смотри, что. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем говорить бить? Я говорю, что пышлее желание исполнилось, где-то там прыгать, ты разбегаешься из головы. Ты сразу из головы мысли, короче, собраться. Что ты думаешь, разгоняли туманы? Печень интересно. Да, меня, отлично. И что, я для блога снимаю? Меня даже мне звучит это блюдце приблизительно так. Здравствуйте. Пойдемте военную форму оденем, с оружием пофоткайтесь, со свои гаджеты. Да мне деньги в машине остались. Ну, не вопрос. Потом завезу. Сходим до машины, там рассчитайся. Вообще не вопрос. Ну, пойдемте одеваться. Все, давай, Андрей, уже едем. А что, сколько фотка стоит? 300 рублей. А вот и остались реальные развалины. А те уже... Ну,
вот, вот это вот и самое и есть. Ну, что сказать, очень круто. Очень-очень круто. И виды, виды, виды. Ну все, теперь все. Да. Ну, может быть, вертолетами как-то. Друзья, небольшое резюме с нашего путешествия. Проехать на своей машине можно, если не дождливая погода. Даже на минивенчике, как мы пронеслись. За обход денег не берут. Это тоже миф. Виды прекрасные. Это факт. Что, Анют? Но все-таки вход в башню с человека берут полтинник. Да, когда вы придете на самые грозовые ворота, тут вокруг еще столько всего понастроили, башня с гонгом, как вы уже видели, там 50 рублей, фотки с оружием в форме по 300 рублей, магнитики светящиеся, ну, да, 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 просто бери, не хочу, тоже, наверное, рублей 200-300. Проехать сюда — это настоящее приключение. Красота, которую вы видите отсюда, неописуемо. Впечатление запомните надолго, да, Анют? Да. Вот Анютка первый раз горы, наверное, видит, да? Ну да. Крутяк, да? Крутяк. Вот, приезжай, Аня, к нам почаще. Будем с тобой еще видосов пилить. Хорошо. И в конце не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я эту тему даже не знала. Вот продвинутые блогеры. Спасибо, ребята, вам за внимание. Не забывайте подписываться. Пока-пока. Вот возвращаемся назад. После кафешки вот такой знак видим. Вам ты? Точно. Да, они, наверное, привыкли, что их подкармливают. Мамочки, я боюсь. Не кусь, глянь, какой хороший. А что тебе? У нас ничего там, печеньки никакой нет. Не знаю. Покупали какие они там, да? Покупали, но не другое. Так, ребята, вот вам ориентир. Вот со стороны Новороссийской, если ехать, то получается вот указатель река Жане, а перед ним поворот налево, если со стороны Новороссийска. Поворачивайте налево. И вот такой вот неприметный вагончик зелененький увидите. И за, вот за ним прямо дорога будет на грозовые ворота. Это поселок Возрождения.